Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Об этом важно знать пенсионерам. Действующее пенсионное законодательство Российской Федерации содержит нормы, предусматривающие ответственность граждан в рамках осуществления выплаты пенсии и иных видов выплат. Так, в соответствии с федеральным законом 400 ФЗ о страховых пенсиях, пенсионер обязан безотлагательно извещать органы Пенсионного фонда России о наступлении обстоятельств, которые повлекли за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты. Существуют виды выплат, которые полагаются только неработающим гражданам. При назначении таких выплат заявитель подписывает заявление обязательства о том, что он должен безотлагательно известить орган Пенсионного фонда России о трудоустройстве или получении пособия по безработице. В результате несвоевременного информирования возникает перерасход денежных средств Пенсионного фонда. Переплата может возникнуть при получении гражданином компенсационной ежемесячной выплаты, пенсии по потере кормильца, повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, федеральной социальной доплаты к пенсии, а также в связи со смертью пенсионера и с переездом на постоянное место жительства пенсионера за пределы Российской Федерации. В случае выявления факта необоснованной выплаты, гражданин обязан возместить переполученные суммы. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления в зависимости от их популярности, то есть количества лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.